Уж как холодно. Это кондиционер. Ах да, еще одна деталь. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Сындук. И это Мороз. Эпизод, я это уже видел. Будет неделя анимации, будет выходить много анимаций от Сындука. И это классно. Давайте смотреть, давайте смотреть. Время мультиков от Егора. Ура! Мультики! Мы любим мультики. Я это уже видел. Но привет. Я это еще не видел. Обман. Я Мороз. Или Мороз Иванович. Естественно, моего отца не звали Иван. У меня вообще нет никакого отца. Скоро, ну, просто вот какому-то, кстати, писаке лет 200 назад пришло в голову, что так интереснее звучит. Ну а потом мне пришлось делать паспорт, чтобы меня не взяло за жопу правительство. Поэтому теперь Мороз вообще фамилия. Для людей я... Георгий Иванович, я могу поговорить с вами о вашей внучке? Она постоянно прогуливает занятия, и мы не можем... Я поговорю с ней. А, уж как холодно. Это кондиционер. Ах да, еще одна деталь. Я дед. Ну, то есть я всегда был дедом, но не в этом смысле. Это гиперактивная зазнайка, которая думает, что понимает меня. Моя внучка. Напоминание о том, что я однажды позволил себе подумать, что я обычный человек и решился завести семью. Большая ошибка. Ты врешь, тогда вообще не было самолетов. А, ну да. Дед, я хочу знать, что стало с моими родителями. Родители? Какие еще родители? А ты кто такая? Дед, у тебя нет деменции. Мы это уже проходили. Да, жаль, конечно. Рисовка классная. Мне нравится стилистика. Прям круто. Короче, вы же уже поняли, кто я. Вы Дед Мороз? Чего? Нет. Иди отсюда, пацан. Ну да, это я. Ну не любит он... Чтобы его узнавали, ну, такое бывает. Проясним сразу. Это не я, это маскот Кока-Колы, это тоже не я. Это вообще хэзэ кто. А этого зовут Елупуки. Первый раз 6, когда слышал, было смешно, честно. Мой каноничный образ вот такой. В те времена с дизайном и материалами было туговато, да. Если б я мог выбрать сейчас, я бы сделал что-то типа Трэвиса Скотта. Мороз! Давайте пройдемся по тому, Дед что Мороз! Вы меня знаете. Я громкий мужик в цветастом тулупе. Звучу, как очень старый и перекуренный советский диктор. Ну, здравствуйте, детишки. А вы хорошо себя вели? Да! Меня типа придумали коммунисты. Вроде как волшебник, но вроде как бы волшебства не существует. Поэтому я просто прихожу пьяный к вам домой раз в год и... Ну сейчас типичный Дед Мороз в Рашке. Его в СНГ стан. Давайте будем говорить так. Ну, заранее купленный вами же подарок вашим детям. И все. Раз в год. Не очень репутация для олицетворения праздника и новогодних чудес, да? Попробую объяснить, почему у меня такое хреновое и невнятное био. Сначала я был просто бесплотным духом и просто летал, парил, замораживал и снова замораживал. И опять снова летал, зависал над землей. Да, это был не самый разнообразный досуг. Потом людишек очень весело. Не стало больше, и мне пришлось выбрать подходящее для их скудного мозга обличие. Привет. Замороженный куст им не понравился. Отсылка на Библию великолепна. Типа там был горящий куст, а замороженный. Еще сторонниками эйджизма. Типа, чем старше выглядишь, тем мудрее кажешься. И вот я уже местный гуру, которого рисуют, как умеют, которому поклоняются, боятся. И все. Этого достаточно, уже чтобы неплохо жить на Руси хорошо. В общем, все было относительно весело до момента, пока я не разозлил Перуна. Ладно, надеюсь, Перун не сильно обидится, если я съем его праздничный торт. День рождения! Ой, ты зря. Мороз! Ладно, возможно, я немного упростил наш с ним конфликт, но... Моей совести и памяти проще запомнить его таким. Клёвый шлем, Перун. В общем, я разозлил одного из наших главных, и поэтому... На было не хавать тот. Вот так вот. Торт изменил жизнь. Мой говнистый характер меня заставили делать самое унизительное, что можно было придумать.
Быть воплощением добра, чудес и развлекать карапузов. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Первые пару сотен лет я правда разносил подарки сам и устраивал чудеса. Но потом я понял, что должен подойти к вопросу умнее. И вот уже сотни тысяч бездарных актеров по всей стране используют франшизу «Дед Мороз», чтобы развлекать детей. Гениально! От моего имени. Я и технически... Вы гляньте, все, чисто взял, сделал пассивный себе заработок, успешно. Хороший бизнес. Наказание отбываю и обеспечиваю этих бедняк работой. У бренда «Дед Мороз» даже есть резиденция, где живет самый главный бородатый мужик, которого выбирают раз в период. И нет, это не похоже на церковь. В общем, я максимально не отсвечиваю, живу своей жизнью и жду, когда закончится наказание, чтобы я мог снова быть свободным. Вся свобода у тебя в голове, дед. А? А ты кто? Я Лёха. А где твой рулетка, парень типа? Из Сибири? Не знаю, последние две минуты тут только я. Лёха, а ты типа Дед Мороз? Типа того. Я в курсе, ты в меня не веришь. А мне кажется, ты сам в себя не веришь. Я дедуся! Хочешь, я свою родинку покажу? А может, не надо таких родинок показывать? Опа! Ладно, пожалуй, хватит. Хватит на сегодня интернета. На сегодня интернета. Вот, да, это реально эта фраза. Я думал, это по-другому скажут. Опа. Но интернет не отступит так легко. Перун? Нужна твоя помощь. Ага, то есть это будет продолжение? То есть, о как. Ничего себе, это будет полноценный прям мини-сериал по Деду Морозу. Будет интересно, будет интересно. Блин, ну это круто, это круто. На самом деле рисовка очень нравится и заинтриговали. Что же там за помощь? Нужна будет Перун. Ну, вы поняли, что я не умею ставить ударение. А так, подписывайтесь на Сындука, подписывайтесь на Егора обязательно. Ждем новых анимаций, они будут ходить каждый день в течение недели. Буду пытаться успевать все делать, потому что будет довольно интересно. И подписывайтесь на мой канал, лайк, коммент, подписка, колокольчик, все дела. Спасибо большое, всем удачки, всем пока.